Самолеты улетают и прилетают, пассажиры спешат по своим делам. Все буднично, привычно. И вряд ли, отправляясь в полет, кто-то из них задумывается о том, сколько людей трудится, чтобы это путешествие было приятным. В канун 60-летнего юбилея Ленского аэропорта наша съемочная группа посетила рабочие места сотрудников авиации. Диспетчером службы организации перевозок Ленского аэропорта вот уже долгие годы работает Жанна Беликова. Жанна Раифовна – одна из представительниц тех династий, которые из поколения в поколение работают в воздушной гавани Ленска. Мама Жанны всю жизнь отдала работе в аэропорте. Начинала заправщицей, работала долгие годы диспетчером, а на пенсию ушла уже из штаба, где была сотрудницей отдела кадров. Папа также всю жизнь отработал в аэропорте. Сама Жанна начинала свою работу сразу после школы. Поступив на заочное отделение в Красноярский техникум, она начала работу техником по учету службы организации перевозок. Мне работа нравилась в плане, что я всегда любила математику, цифры, таблицы. Я вот сводила общую сумму отправки пассажиров, почты, груза, багажа. Мне это нравилось. И параллельно я училась как раз вот на специальности организации пассажирских перевозок. Получала образование, поэтому как бы мне это было легко в учебе, потому что было знакомо и интересно в работе, что я училась. После того, как в Ленском аэропорте произошли изменения, Жанна перешла работать в службу организации перевозок диспетчером. В этой должности Жанна трудится до сих пор. Сейчас, конечно, мне нравится, когда я организовываю вот эту всю работу, чтобы четко вовремя сделать регистрацию, встретить рейс, загрузить полную коммерческую загрузку. Тоже свой интерес есть, и когда вот все слажено, четко. Даже когда у нас бывают сбойные ситуации, когда скопление рейсов, там, ну, если мы закрыли бы аэропорт несколько там, дней, тоже интересно, что разруливаешь, чтобы все ушло вовремя, чтобы все пассажиры остались довольными, чтобы никто не остался, чтобы багаж. Вот, ну, тоже свой интерес здесь есть. Конечно, я училась на эту специальность. Мне нравится работать. Жанна не только профессиональный, опытный специалист своего дела, который каждый рабочий день четко расписан и организован. Она замечательная жена и мама 4 детей. Активный общественный человек, долгое время была городским депутатом, является председателем Совета многодетных матерей. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Адвокат Сова, Ленск.